Привет, магазин Ретно Петербург. Сегодня мы поговорим про модель Obsidiant и заодно ответим на вопрос. У нас там Волгоград, рост 192-110 килограмм. Опять же, удаленная примерка. Значит, если у нас рост 192, то есть мы получаем рост выше среднего. Поэтому рекомендованная модель... Вот из нашего опыта продаж, вот у нас, блин, мебельный центр, мы уже тут собаку съели, должна быть глубокая посадка. Если у вас рост 192, вам нужна глубокая посадка. То есть кресло, где посадка 44 сантиметра, у вас коленка будет торчать вот где-то вот здесь, наполовинку. Вот. Опять же, модель ProX, вот она, ProX, комфортная, удобная. Но здесь есть боковые ребра, видите? Поэтому вот мы ProX. Здесь спинка у нас изогнутая. S-образная. Все-таки рекомендуем найти возможность потестировать. Вот. Если у нас вес больше 100 килограмм, а тут у нас 110, тогда мы минимизируем риски. Берем кресло без вот этих боковых ребер. Тогда что мы получаем? Мы высокие, и мы... с большой попой, да? Поэтому мы берем высокую спинку и берем плоскую попу. И вот мы приехали в модель Opal. Акрессинг Opal. Раз. Полностью тканевая модель. И вот мы привезли модельку Акрессинг Obsidiant. Она имеет комбинированную обивку. Здесь. Вот она. Полностью как автомобильный стул сделан. Модель имеет самую большую плечевую поддержку. Скрытая. Мягкую сидушку. Сюда мы поставили подлокотники 4D с фиксацией. То есть в базовой комплектации там комплектуется вот таким подлокотником. Без фиксации. 4D без фиксации? Да, это мы поставим от Nobel Epica. По вашему запросу. Да, при желании. То есть это будет вот такая хромированная история. Вот. Ну, можем мы и поставить базовый, как на сайте. Вот. Ссылочку я прикреплю. Вот он, 579 бакинских. Комплектация Top Gun. В нем будет стоять мультиблок от Onyx. Жми продукт Onyx. Все ссылочки. Вот. Onyx — это кресло, которое уже изначально идет в базовую комплектацию с мультиблоком. Вот. А там все остальные на Top Gun'ах. Поэтому... А, еще плюс Onyx какой? Здесь у нас дышащая ткань. Кожзам. Обсидиан, да, подушечка вот такая вот. Здесь вот покажу вот эту дышащую спинку. То есть это единственная модель, которую вы можете под себя подстроить. Это уже такой наш колхоз, как говорится. Да, можно валик скрутить какой-то и вот, построить. Вот это вот такие вот ремешки себе нарезали и туда подпихиваем. Только не пересерствовать, потому что что-то здесь не порвать ничего. Поэтому аккуратненько туда что-то можно подложить. Потому что в базе есть вот эта подушка, но вы можете себе подстроить, как бы сделать тонкую настройку. Подпихнуть, она у вас будет. То есть все кресла там, они, как правило, все тут зашито. Все зашито, ничего вы туда не подсунете. Вы либо подушкой пользуетесь, либо не пользуетесь. Ну, опять же, это обновленная металлическая рама, новая. А, ну давай положим. Положи его. Крестовина алюминиевая, черная, летая. С офигенными ребрами жесткости. Увеличенные колеса уже 23-й год. Да. Новый мультиблок вот этот от Onyx. Гайка вот эта измененная. Ну и вот предыдущая рама. Да, она не так. Вот. Тонкая, толстая. Вот они, толстая, да. Толстая. Вот этот силовой элемент они изменили, то есть увеличили его. В принципе, неправильно сделали. Так, вот она, мягкая. Пожмякой. Пожмякой, да, она мягкая. То есть в окрестник одни из самых мягких кресел, если сверить. А пожмякой Нобель? Ну, у меня сил не хватит, чтобы пожмякать. Это же тебе как овечья шкура. О! Ну, Нобель все-таки пожестче. А вот Opal. Жмякой, вот. Мягенький. Ну и прошка тоже мягенькая. Тоже мягенький. Но есть еще версия Макс. Тут потом после 2 лет отпечаток остается. Макс тоже мягкий. Ну, он пожестче, чем прошлый.
Не, ну здесь все-таки опал, чем хорош. Все-таки тканевая обивка. Лето, если там у нас вопросы из Волгограда, все-таки там жарко. Здесь тоже обсидиан, тоже рабочая да. поверхность, это замша. Вот здесь только немного эко-кожи. Собаки не хотят менять. А так, ну, замечательно, не жарко в замше сидеть. Самое главное, правилами пользоваться. А вот спинка обсидиана. Она вот так вот выглядит. Ну да, и вот, а вот спинка опала. То есть она тонкая. Так называемая изменяемая эргономика, неизменяемая эргономика. Тоже неизменяемая эргономика. То есть она уже фиксирована в пену, кусок пены. Также и у оникса неизменяемая эргономика. Оникс у нас есть. Натуральная кожа. Натуральная кожа, да, последняя. Да. Так, итак, у нас сегодня пятница. Вот такое сумбурное видео получилось.